Недоволен, так. Но приехал сюда не просто. Осень. Началось, да? Сейчас. Так. Сейчас я не мог пройти мимо груш. Вот, я что хочу сказать. К сожалению, груши, которые уже в возрасте, на них парша подействовала сильнее. Что есть, то есть. Уже такая осень была недавно. И также они были в таком же неприглядном виде, скажем. Поэтому теперь мы про абрикосы говорили, теперь про груши. Не надо этого бояться. Пришла осень. Листья потеряли свою жизнестойкость, потому что стало холодно. Вот, потому что лето было все мокрое, солнца не хватало. И это естественный процесс, когда начинается не умирание, нет, отмирание временное. На следующий год они будут такими же, они будут и с такими же здоровыми, и такими же урожайными. Давайте поищем хоть один плод. Вот это вот у меня среднерусская, они позже, как правило. А он висит. Вон он. Так, ну-ка, а вот тут что есть, да? Ой, слушай, я нашел ладу. Я нашел ладу. Ну-ка, попробуй. Ничего, что она такая? Ничего. Это последняя лада. А это среднерусская. Вот, это... Ну-ка, это самое. Прям. Ну, и мне надо посмотреть на лицо. Лада одна из самых морозостойких из культурных груш. Чё? Хватит же. Дело в том, что мы будем много пробовать. На остальные оставляй место. Так, теперь, вот эти груши, вот это среднерусская, но если не будешь. Она уже все. Но семечки с них у меня пойдут в общую кучу и будут называться ассорти. Вот. Желающих так много. Давай попробуем стряснуть, чтобы ты попробовала. Вот. Теперь, откуда взялась среднерусская груша? Да ее надо поддеть. Ага, точно. Потом. Откуда? А ты знаешь, она, по-моему, просто лежит на ветке. Да, а вот эти... Она оторвалась, а упасть не смогла. Так, ну-ка, траве больше нету. У меня часть соседям падает. Соседи, знаешь, люди жаловались, что судятся. Деревья близко к забору. И соседи судятся, тень дают. А я говорю в таких случаях, посадите вот такие роскошные груши. А у них собирается каждый год по несколько ведер сладчайших груш с каждого дерева. Я даже покажу. Вот, и как вот эти соседи мои, новички, они тут всего несколько месяцев как купили участок, как они могут на меня сердиться? Ну ладно, так, то мы не достали. Попозже достали. А давай палку. А, так она такая же, по-моему. Да, она такая же, да. Да нет, она, по-моему, покрепче. Давай собьем. Кто будет сбивать? Это съемки любительские, что хотим, то делаем. Сейчас попробую. Мимо. Вторая попытка. Опа. О! Тоже разбилась. Вот. А, ее уже съели птицы. А, так вот, это одно из таких интересных вещей, что птицы никогда не едят всякую дрянь. Ну, понятно. Вот. Это их работа. Вот. Ну. У меня даже яблони начали есть. Ну что, пробовать бесполезно? Да положим пока, потом. Ну ладно. Не, ну мы найдем что-нибудь покрепче. Пошли. Итак, случайно получилось, начали с груш. Ладно. Идемся. А это смоленская, я ее называю смоленская несъедобная. Понятно. Вот. Я помню, мы же ее пробовали. Не, мы пробовали с верхушек эту, мачуринскую скороспелку. Та вкусная. А это будет постепенно, прививка была сделана. А сейчас постепенно она будет это. Тут, ну, пару слов скажу про технологию. По идее, я должен был прививку сделать как можно ниже. Но ствол был достаточно толстый, а я никогда не делаю прививку под кору. Поэтому я выбрал центральный проводник. Вот одна прививка. Вот. И вот вторая прививка. Получилось довольно высоко. Так, а теперь, я, учитывая, что она себя не оправдала, смоленская,
вот эти ветки смоленские я буду отрезать, ну, где-то 20% еще оставлю, остальные буду отрезать постепенно. Так, идем дальше. Вот здесь. Ага, вот здесь вчера еще груши были. Ну, значит, гости их попробовали. Да. Ага. Вон валяется одна. Ну, давай тогда... Вот это что? Это, я не знаю, от кого она пришла ко мне под названием, под названием десертная воронежская. Если у меня просто воронежская, она совсем другого. Вот. Она мне понравилась. Съедобная. Ага, ладно. И еще одна висит, лежит сама после. Пусть Сереге ее достается в качестве. Он же должен угостить. Он сегодня, знаешь, какой? Память Яковлевос продал. Саженец на моих глазах. Хорошая. Вот. А не угостишь, не продашь. Так, идем дальше. Идем дальше. Хоть это и хватило. Вот здесь у меня интересная у нее судьба. Вот. Ее никто не признается. Вот. Вот здесь на ней написано Лектер. Да, я посмотрел, есть такая груша, оказывается, в интернете. Вкуснючая, но плоды тут же были съедены неизвестно кем. Не то, что по одному брали, а кто-то их все собрал. Ладно, пойдем дальше. Ну, назовем это прогулки по саду. Кстати, обратите внимание, вот здесь впервые вдруг я вроде бы и ни при чем, и вроде при чем. Значит, обычная, незаурядная, ну, привычная для европейцев, там 30-40 грамм, это сорт абрикос Мичуринск, мы же взвешивали до 109 граммов. 102, 113. Нет, 102, по-моему, 113 это нет. Все, так. Поняла, да, вот. 102. С чего, и ладно бы один, тут таких полно висело, меня вот это шокировало, с чего вдруг укрупнилось, а потом вспоминаем Железова, который говорит, не было диких яблок на земле. Не было диких груш на земле. Вот. Они сразу попали на землю культурными, а затем одичали. Стоило, да ладно бы зима была какая-нибудь теплая. 2 40-градусные зимы, абсолютно здоровое дерево, мичуринский сорт. Так. И плоды укрупнились 2 раза. Как минимум 2 раза. Вот, причем в один год, именно в этот год. Но ради этого стоит жить. Ну, конечно, тут я вспоминаю, что это наследие ментора с первого поколения на второе. Не с первого на третье, не с первого на четвертого, а со второе на третье, с третьего на четвертого. И что получается? Возвращается культурное качество. Пойдем дальше. Так, значит, я это пока, чтобы обещал, короткие сюжеты будут. Значит, ну, напоминаю, со мной Елена Александровна Савинич. У меня проходит производственную практику. Но сейчас уже по своему образованию, по своему, ну, кандидаты уже отдыхают.